Доброе утро, друзья! С Новым годом! Мы с вами целый год не виделись. Вот с Семочкой вышли мы. А знаете, почему он обратно домой? Вы знаете, почему он обратно домой? А потому что тут сильный ливень идет. Ну просто ужас, ну что это такое? Ну в хорошем смысле, конечно. Ой-ой-ой, да он еще вчера... Мы здесь оставили его с бабушкой, ну, с Наташиной мамой его, а тут же салюты пускали, а мы-то уехали. Мы к сыну Андрею уехали туда, в Ливберзе. Ой, жулик, ну тут бабахали тоже, бабахали здорово. Так что, друзья, с новым 2023 годом вас всех, еще раз всем желаю здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Вообще, чтобы год был спокойный, год был счастливый для всех-всех абсолютно людей на свете. Чтоб не болели. Ой. А Наташа мне говорит, ой, она что-то здесь выходила. А, она выходила. Ой, огонечки, ой, Наташа! Покажи огонечки там эти, покажи огонечки. Вот сюда поднеси. Это... Во какие, это нам подарили. Это невестка подарила, да? Вот нам какие огонечки. Они на батарейке. Семочка. Ну да, вот я не договорил. А Семочка еще до сих пор думает, ой, я сейчас пойду запускать, наверное, салюты. Ну, побаивается он этого шума, немножко побаивается. Это следы, да? Нет? Все нормально? Так что ездили мы вчера в Ливберзе младшему сыну с семьей. У него, ну, там внук наш, Адриан. Внук, Ева, невестка. Ихние родители, сестра с мужем были. Очень хорошо отметили, друзья, хорошо отметили вчера. И вот ночью едем мы с Наташей обратно домой. Ну, это было где-то часа, ну, предположим, 2 часа ночи, да. А тепло, плюс 8. Приехали домой, у нас плюс 9 показывало. Ну, здесь возле дома, может, теплее. Но я к чему говорю, друзья, мы едем, на свет бабочки, вот такие, ну, такие белые или там желтые бабочки какие-то. Еще Наташа говорит, вот посмотри-ка ты, еще местами так снег и где-то там лед, ну, в этих, в лесу, местами, друзья, так все послизывало, это только вот кучи остались, и как-то вылупляются они, а потому что тепло, да, тепло, друзья, тепло, ой, тепло, вот это, ой, тут хотел присесть, вот здесь присяду, я опять в тапках, во, смотрите, во, босиком, тепло. Так что Новый год очень хороший получился, хороший. Ну, немножечко такая изморозь была, но ничего, нам не помешало запустить салют. Хорошо посидели, хорошо отметили. Ну, я, конечно, друзья, не употреблял, потому что, ну, я имею в виду не шампанское, ничего, потому что, ну, за рулем надо было ехать, за рулем. Так что... Вам, конечно, желаю всем еще раз отмечайте, здоровье позволяет, отмечайте шампанское, кто что может. Ну, конечно, в меру. Это все касается, я говорю, встречи Нового года. Все нормально, друзья. Все нормально. Ну, конечно, да, это я там, ну, безалкогольно шампанское, естественно, я выпил, наверное, ну, полбутылки точно. Потом из этот косточковый, сливовый компотик. Ой, какая вещь. У них там свой компотик. Какая красота. Да, да, все хорошо, друзья. Все нормально. Тепло. Еще раз тепло. Ой. Все, смотрите. А я здесь пройду. Вот здесь под навесом. На огороде у нас все. Все растаяло. Все растаяло. Вон эти фильтра, которые менял,
фильтра менял, и бросил туда, ну, под этот, под яблоню. Это я специально бросил, чтобы не ходить, там снега было много. Потом мы отнесем в тепличку. Это ниточки на подвязывание. Помидоров, огурцов, вот эти все ниточки будут подвязываться. Очень хорошая вещь. Да, друзья, я говорю, целый год мы с вами не виделись, целый год. Я под навес пойду, все-таки хлещет. Я рукой так прислонил ладонью. Еще раз всех с Новым годом. Как говорится, с новым счастьем. Будем мы с вами встречаться. Новости есть, конечно, хороших. И хорошие новости есть. Но пока будем о хорошем. Все будет нормально. Будем надеяться на лучшее, друзья. Еще раз дай Бог всем здоровья. Мира, самое главное, мира. Добра всем. И благополучия. Все упирается в этом. Все нормально, друзья. Продолжаем отмечать Новый год. Вот, добавили еще один зонтик. Во. Вот такая вот у нас, друзья, терраска. Да, бабочки, бабочки летают. Да, пишите, друзья, пишите комментарии. Какая у вас, где погода, в каких регионах, в каких странах, в каких республиках вы живете? Потому что сейчас смотреть некогда. Я как-то посмотрел перед Новым годом. В других местах до 30 мороза и 30, и больше. Ну, туда, в восточную сторону туда. Ну, как не посмотришь в нашу сторону западную, у нас все типа плюс 15, плюс 17. Я имею в виду вот западные страны. В частности, вот смотрите, у нас какая теплынь. Вообще тепло. Вот Семкина куча. Я вчера или позавчера вот эту елку так воткнул, вон она уже, смотрите, валится. Да, Семка вчера, сегодня ночью перепугался. Это всегда так, всегда. Во! Самое главное, забыл, друзья, сказать вам. Самое главное. Вы знаете как, когда начали стрелять, ну, запускать здесь салюты вокруг, нас-то не было, мы с Наташей уехали. Вот. И он испугался и побежал с той стороны окна у тещи. И он постучался ей по подоконнику, по окну так лапой, он же большой. Она занавеску открывает, выходит вот здесь вот, ну, дверь приоткрывает. И он зашел и пошел к ней туда. Она, ну, естественно, она легла, конечно. И смотрю, говорит, и он тоже лег, успокоился. И уснули они там. А потом мы приехали. Наташа ворота открывает. Нету Семы. А я ему говорил, Сема, оставайся дома. Внутри будут стрелять. Он так слушал меня, он все понимает. Но все равно не хотел. Он раз, мы его привязали. Выехали, я опять подошел к нему. Сема, пойдем домой, я тебя отвезу. Нет, остался здесь под навесом. А дождик шел вечером вчера. Вечером дождик шел, да, у нас. Ну, вот примерно такой же. Нет, остался на улице, и в итоге вот все нормально. А мы переживали, что он будет бояться сильно тут, не знаю. Ну, вот боится. Ну, пишите комментарии, мне кажется, у вас тоже боятся собаки. Я читал комментарии, тоже боятся собаки. Вот этих вот салютов, выстрелов. Ну да, я не спорю, если охотничья собака, конечно, она не будет бояться. А так остальные собаки, если не приучить их к этим салютам, они шугаются, боятся все-таки. Ну все, друзья. Целый год, я говорю, мы с вами не виделись. Салют я уже показал вам, да. Я хотел ночью, но так спать хотелось. Ой, мы приехали, меня прям все, сон клонит. Ой, да еще вчера я имею в виду, вот на 31 число, он меня разбудил, Семка, в 4 часу, когда я видео вам здесь сделал. Ну, захотел, вот он туалетик, ой, ну, пописать захотел, ну, ладно, ну, господи, встал, ну, все. Я встал и разгулялся. Ну и вот снял вам видео. Ну ничего, все нормально. Зато хоть посмотрели, как у нас огонечки горят. А так специально вставать, ну ни за что не встанешь. Не хочется вставать. Еще раз, друзья, всех с Новым годом. Всем желаем, самое главное, здоровья.
добра, мира и благополучия. Все, пока заканчиваю. До следующих наших новых видео, друзья, уже в этом новом году. А дождик идет и идет. Только собаки. А так тишина. Ну да, ночью все отмечали. До новых встреч, друзья. О, Семочка говорит, дракончиком, да? Дракончиком. Хочешь сюда? Не хочешь? Ой, молодец. Хочу показать. Альпийская горка. Как у нас выглядит. И елочку вот эту вот поправить. Ой, сейчас я поправлю елочку. А я вот сюда ее закрепил. Ну так, воткнул елочку. Да, друзья, полностью снег растаял. Вот уже как все камешки обнажились. Красиво становится. Ну, как бы загадывать не будем, но морозцы обещают. Обещаю, друзья. Ой, готовьтесь. Готовьтесь, на следующей неделе мороз. Да, серьезно, серьезно. Так что будет морозик. Вот наша альпийская горочка, как выглядит зимой. Что она у нас тут делает? Это, ну, лампская камешка. Ой, брусчатки две. А, это она здесь, это ставила сушилку, видимо, что-то закрепляла. Ну, пускай я эту брусчатку потом отнесу. Ну, уберу отсюда. А это вот трава. Вы видите, как вот проросла трава, которую я подсеивал. Вот здесь песочек. Следующим летом будет здесь вообще все выровнять. Сёма, ты домой просишься? Жулик. А тут дождь идет, он не хочет по дождю. Даже здесь не хочет, видите. Ну что, пойдешь? Ну, пропускай его, наверное, да? Здравствуйте, Наташа. С Новым годом. Давайте, пока. Ой, Наташа. Да, мы еще не проснулись, друзья. Ой, я хоть эту елочку поправлю. Поглубже туда ее. Вот так примерно, ну хотя бы так. Ой. Вот и Семкина куча. Посмотрите, что же осталось-то вообще. У меня уже, ну сколько, ну сантиметров 80 высотой. Да, где-то около, примерно так. Вот такая вот кучка осталась. Ай, как пообколол ладони. Ладони. Фу. Дождик, дождик, друзья. Вон как капли какие висят на этих. Кругом. Это гортензии наши, друзья. Гортензии. Гортензии. Он, смотрите, он растает, этот снег. Растает весь. Вон, тебе тоже покажу, как гортензии. Здесь мы все засыпано было снегом. Ну, когда чистили двор. И потом подмерзнет. Ну, дай бог бы, если не было бы снега. И я бы вот здесь вот катался на коньках. Замерзло бы все. Каток. Ну, скорее всего, навалит нам снега. Ничего, будем надеяться, что покатаемся на коньках. Еще зима впереди. А вот я сейчас зашел. Вот Наташа положила, вот где у нас тут чаи всякие. Вот эти огонечки. Красиво так. Они вот, пожалуйста, такие, вот смотрите. Как ниточки такие. Разноцветные. Очень интересно. Красивенько так. Ну, новогоднее праздничное настроение. Хорошо. Вот я как раз чайник включил здесь. Вот так в уголочке.
Вот сейчас дождемся чая. Да, друзья, дождик, дождик лупит, лупит, лупит. Но ничего. А время... О, время у нас уже 11:20. Во, как летит. Да мы поспали, может быть, каких часа 4 всего. Ничего, выспимся. Вот елочка, смотрите, я специально вам включил, чтобы показать елочка. Смотрите, вот на... Вот она. Такая сочная, такая... Это живая, да, друзья, это настоящая елочка, да. Вот такая красота. Новогоднее настроение. От нашей невестки подарочек. Вон эти огонечки.